Что там? А, еще собирают. Ты же поди туда, и надо ехать. Что-то я вот эти Это... квесты делать не хочу. Наверное, только контракты поделаю. Я вообще там только полетку вязаю, который поджечь три О. корабля. Даже контракты не делаешь. Вообще ничего не делаю, да. Ну да, когда все выформлено так-то, ну, неохота. А что тебе там фармить-то надо? А я даже не Чтобы... знаю, что-то там было, я такое помню. То ли кольцо можно делать, в принципе. Наверное, можно. Блять, а мне пизды тут не дадут? Блять, дадут пизды, наверное. Успею уехать, нет? Да Так, вот, наверное. Андрей. О, успел. А на нем что, тут какие-то шипы, по-моему, бить надо. Ебать, 305-й там левел у типов, нихуя, такое бывает вообще? Какой-то в Мизуке вот этот паладин. Так он фул брюлевый, блядь. Яси. ОПшник. А, тогда понятно. Так, если интересно будет по поводу реликвии, я уточню, там 300 рейтинга БГ надо. А это как, долго фармить? По... 6-7 БГ. Да, по 50 где-то. За победу дают там от 50 до 100. А ее И как-то где-то апать 20 за надо. проигрыш. Ну да, там за токены брать, улучшать. Сначала начальную шмотку, а потом ап. Начальную лучше купить за очки арены, Ну да. а потом уже опыт онором. Да я думаю, пока париться не буду, блядь. Ну да, я так. У тебя пока 290 есть, нормально, пусть будет. Это уже всю эту экзотику, это уже когда прям понадобится. Сейчас что-то, блин. Бля, знаешь, что заметил? У меня, короче, Вуду не показывает Рагу, блядь, Энку. Ману только показывает. Что за хуйня? У тебя По-моему, показывает? нет, не показывает. По-моему, Блядь, у она... меня было до этого. У меня до этого работало. Я говорю, ну, может, версия какая-то другая. Но они же разные будут версии. У меня какая-то Блядь. вообще обрезанная, блядь. А то есть что на варов порать, блядь. А чё на них орать? Потому что они с фулрагой кнопки не жмут. Чё, мы правильно приехали в уголок или чё, или не надо было? Да. Шкаф, плиз, вон еще. Шкаф ставим. Блять, где-то по-любому можно включить. Полосы, только масштаб полосы маны. Блять, Пиздец. какие-то уёбки звонят. Все виды энергии. По-любому А, вот кто-то. так если делаешь, то показывается. Только, блядь, полоски синие становятся фул. Блять. Как это сделать? Одна граница. О, тут у нас Приля. А Приля это кто? Говорит низко. Он что-то на этот, на это не ходит, я не, когда не встречал. Хил пенек, початок. Вы в РБК были с ним. Ну понятно, он на РТ никогда не был. Я его не видел. А-а-а. Как там бить начал? На тебе, ебать, поездку нахуй. Ты мне ПС-ку дал? Да. Нихуя. Я теперь ДПС-а дохуя дам. Хочется верить, блядь. Бля, а чё мы его так медленно бьем? Он что такой жирный? Хуя. Потому что шпили бьют. Ебать, я нуб, нахуй. Вообще не понимаю, что ой, происходит. сколько ФПС? Сколько у тебя ФПС сейчас? Хуй знает. Ну наведи на мониторчик или Ctrl-R нажми. 31 кадр. Вот у меня тоже 31.
Привет, процессоры с возрастом 10 лет разница. У меня, короче, i5... Да я видел, я видел. У меня i7-4790K. Это какое поколение вообще? Блять, поколение тебе не скажу. Короче, 14-го года, по-моему. Старый. Ноут, но это самый топовый на 1150 сокет. Проц. У меня ноут на i7-7700. У меня 14 кадров. Два окна. Не, ну два, это понятно, почему. Если два окна, то да. Оно там просаживается. 14 кадров это... А, погоди, 14 это мало. Но это уже маловато. Желательно хотя бы 25. А как это отображается? То есть я вот не вижу никакой, так сказать, сложности. У меня все плавненько вроде. Ну, тут не сказать. Хотя не сравниваю, конечно, не могу сравнить с хорошей машиной. Как это все обычно у нормальных людей происходит. Ну это видишь еще ноут, а у них же процессы ужаты. Да, ну мне это все устраивает, почему? Не, ну 15 FPS тоже разные могут быть, но все равно 15 FPS это 15 FPS. А, ну у меня еще этот режим, кстати, включен, не бустовый. А, ну это важно, потому что плюс 5 лада не рождения. Ну там, правда, еще какие надо настроечки сделать в компе, чтобы еще лучше было. Так, чё нам, куда бежать-то, блядь? Еще можно задать приоритет процессу высокий. Говорят, тоже помогает. А ты без патчи играешь, пан? Какие патчи? Ну, на урезание анимации. Чтобы простые круги тут от луж были. А не вот эта вся свистопляска, блядь. Ебать, у меня всякие, блядь, листики, вот это все говно вот это. Бать, жестко, конечно. Так, что там можно сролить, нахуй? Тут что-то дадут сролить? Фэс даешь. Тут все уже не ролят давным-давно. А, точно, да. Тут сундук какой-то с квеста, да, дается? Да. Заебись. Это вообще охуенно. А я помню еще, когда тут сыр бегал, блядь, фармили этого норика. Выбивали там один рейд другого, блядь. Пизделовки были за него. Угу. Да, блядь, ну, он сыр больше всего этого норика убивал тогда. Что за сыр это? Бывало, конечно, асгарды придут, пизды дадут, нахуй, все. Сыр это ник такой? Сыр с колбасой, блядь. Че, не помнишь такого? Не. А, ну ты в это время играл на X4, когда он тут активно играл. Там на X4 своя была компания, блядь. Там какая-то девочка, нахуй. Не помню, как ник уже, но тоже она приватизировала этот, блядь. Как он называется? Ну тоже вот такая приходила. О, мне что-то выпало. Так, аксессуар какой-то. Увеличивает силу атаки. Короче, последний вдох. Карта не выпала, да? Ага. Че, его продавать можно, этот вдох? Да-да. Ну если не надеешься, что его перерисуют. Да смысла нет. А вот этот договор об услугах наемника маг, это что за хуйня? За Толгородье, баб. Вот недавно эти три Толгородских перерисовали, вот, допустим, Вечное Пламя теперь там не конусное АУЕ. А, блин, да, конусное АУЕ там было. Сейчас, значит, просто про КП на 10 секунд. Поприятнее стало вроде как. Ну, конечно, поприятнее. Так, пойду крутому. Что еще поделать? Монетку. Что еще поделать, блять? По-хорошему БГ, но что-то пока не охота. Ну еще же монетку можно с острова ебануть. Сейчас я две монетки крутому. А вот ПВП шмота нет? Нету. Не хочешь рискнуть здоровьем начать поребить?
Ну, правда, тут вдвоем уже даже хуёво регается, на самом деле. Не, ну просто можно друг на друга, может, иногда вместе будем попадать. Как, так а, быстрее БГ, вспомнишь, что ли? Да, хули, БГ, нет, можно и БГ. Я чувствую, мне там пизды дадут просто и все. Ну, поначалу, да, пока шмот не выбьешь первый. Просто бегай с нами, этот, подпёрдывай. А куда, на БГ? Ну, у тебя вообще никакого шмот нет ПВПшного. Да не, не, никакого. А сколько у тебя хонора, апа? Хонора, бля, сейчас гляну. 1000. А ап? Очки арены 261. Ну, пиздец. Ну, надо тебе с мешков открывать сначала арены, чтобы старт шмот закупить. А потом уже хонор. Просто надо посмотреть, сколько надо на весь шмот. Мне тут какой-то шмот прислали, поддержка Сирус, какие-то, блядь, рецепт, нахуй. Что-то я не... Это может занидил и вышел с инста. Нихуя, прикольно. А так, что, нет желания иногда порегать? Да хуй знает, пока хуй знает, неохота. А у тебя сколько брюлей? Ноль, нахуй. Ноль. Бля, ебать ты каким персом решил играть? Нахуй он тебе нужен? Ну что он там вара дальше одевал? Три монетки. Ты сейчас с ним заебешься, блядь. Я крутанул изначальная пустота, так второй раз. Опять пустота и третий раз. Сука, а сколько на варе брюлей? То ли два, то ли три. Два, по-моему. На ДКшнике у меня три. Уже капы закрыть хватает, типа. Ну вообще в идеале, конечно, варом на ДКшником бегать, а не варом. Там они жестко душат. Какого-нибудь ГДК сделал, тебя в толпе там пока убьют, блядь, дебилы. А, ты ПВП имеешь в виду? Ну а про чё еще? Так-то ДК имбулечка на БГ. А чем он душ такого кидает? Ну ты, блядь, живет он долго, на. Если грамотно кнопки жмёт. Плюс-минус. Да даже если там, блядь, под пивас какой-нибудь вышел 1-2-3, нажимает, он один живет, если у него гир есть. Они хилятся этими дотами, пиздец, блядь. Хуль. Ну там 80% ГДК бегает на БГ. Единицы анхолики. Ну, опять же, тоже там от БГ зависит. Когда часто рега, там большие БГ прокуют. На маленьких там бывает спекаются, я тоже таких видел. Когда чуйка есть, что сейчас маленькая БГ, они заранее спекают. Так, давай посмотрим, где эта триня, не триня, а как идол или что это, блядь, на мишку, которая с дырками. Это, короче, смотри. В клаке вот это. Клак, да. У какого-то из вендоров. По-моему, у которого оружие. Это правый вендор. Нет, левый. Разве у левого, у которого нонсеты? Точно. Так, копии, оружие, редкие драгоценные камни, блять. Так, тут я пока не вижу. А, сколько тут, блять? Ну там, блять, разновидности статов просто идут. О, начальное вооружение. Так, посох, дробящий. Где вооружение должно быть? Да, пока смотрю тут. Древковое, кинжал. Ну, трини в ПВЕ отключили, если ты там вдруг решишь что-то взять, они снимаются автоматически. Тут натиск какой-то. И похуй на него. Ну вот левая рука, подожди. Ну, мне же не левая рука надо, мне надо. Нужно, это слот жезла идет. А что-то нету тут такой хуйни. Бля, может и правда в левом посмотри, я не помню. Открой левый, самую последнюю страницу. Левый слева от вот этого Войда, да? Вот. У которого нонсеты, там, по-моему, у Войда. Видишь, паладин стоит. Вот. Большой Эйдолон. Элем. Это Войд. Ага. Войд, да. Ну вот слева вот этот, да?
Войд, посмотри, у Войда заебал. Да, заебал. Войда постоянно. Так. А, начальная реликвия, да? Вот. Ого, вижу. Идол. Так, увечья. Также повышает силу атаки. Ну, ну вот эта хуйня, да? Тут одна дырка да. сразу. А какой левел там сейчас начальный? 290. Слушай, так я могу ее купить, блядь. Дачки арены, если что, покупай. Да, у меня есть. У меня же там 200 с чем-то очков. Я могу и за эти купить. За... Смотри, точно ты покупаешь. Брать за арену? А апается как он? Блять, там на вторую страницу, там эту страницу открываешь, там просто токены уже покупаются. Вторую страницу? Ну там начальная и следующую открываешь, там уже токены покупаешь. Чё, брать за очки арены, ты говоришь, да? Естественно. Так. Включи, пожалуйста, стрим. Сейчас. Тебе нужно, опять же, к Войду заново подойти. И самый последний пункт — улучшение экипировки. Угу. Так, улучшение. Там апается. О, так я-то даже один раз апнуть смогу. У меня арены-то есть, очки. У меня 1000, по-моему. А у тебя 300 рейтинга есть? Или 150, там сколько? Не-не, это не то. Это смена... Да. Вот, не то. Ты хоть читай, вот, да. Так. Тут же много разных статов, то есть можно взять там на хасту, на меткость, на крит. Вот. Ну я открывал, я вот эту вот начальную реликвию открывал. И это не к реликвии относится точно, это к ансетам. Вот, если тебе нужно будет поменять стату, вот, надоел тебе хаста, хочешь крит. Но тебе нужно вот эти как раз, которые доступные, можно купить, поменять. Но там не на весь шмот работает, там на хиловском не работает, да, да, с духом, блять. Еще там какие. Ну там написано все на токене, как его юзать. Просто читать надо. Да, вот этот левый бери. Короче, вот эту беру, да? Так, взял. Так. Ты только за Хонор купил, по-моему. Я. Нет. 70 очков арены. За арену. И че, да? Улучшающий какая-то из этих, да? Или нет? Нет, не по. Выше, ага. Который выше. Выше. Улучшение. Нажимаешь, улучшение. Ниже. Улучшение. Улучшение. Вот эти две, которые горят, горящие, это не то внизу. Ага. А которые вот сверху вниз идет, это как раз то, что надо тебе. А, вон мне эти... Смотри, 10 рейтинга, ебать. Просто одно БГ. Зайди хоть в ПВЕ, пробегись, главное, АФК не стой, будет у тебя 10 рейтинга. И что это мне апнет, на сколько это левелов? 297, по-моему. Но токсиоки-то там не будет. А дырка на 303. 300, вот 300, когда апнешь. Это второй вот это за 1600, да? Да. Но это очки чести. Ага. 3400. Вот у тебя слева. Ну это если аренить, это вот эту хуйню надо. Ну да, да. Короче, можно либо БГ, либо арену. Ну, салоку. Арену видишь, какой рейтинг нужен? Ты там заебешься просто. А, ну, ну да. Арену, если начнешь регать, блядь, без шмота, тебе там нахуй. Даже если за шмотом, ты заебешься столько рейтингов фармить. В минус загонят наоборот, нахуй. Ладно, похуй. Ты не уйдешь. Не, ну хотя бы смотри, тут уже дырка есть, это уже нихуя камень, если вставить, заебись будет. Любой цвет ставь, не парь, там бонусы не тысячи. Ну да. А если вторая дырка появится, такая нихуя сочная тема. Ну да, у меня на шамане такой. А, пускай будет. Мне, кстати, его апнули, пока меня не ебал. Че, вот эту продать триню, хуй знает. Ну это че? Ну если места много, закинь в дальний угол. Может поменяют? На ДД когда-нибудь оденешь. Пускай будет. А эту хуйню договор, это типа баф мага, просто можешь его тоже нахуй продать. Ну, да, ну вот его можешь продать, да. Одной голды не лишней. Так, надо, короче, чё? Надо проки себе забить. А чё мне какие проки нужны? Затмение мне надо отслеживать. Можно, в принципе. Ну, типа, знать, когда юзать гнев, когда. Ну да. Пригодится. Так, а как оно там, блядь, называется?
Я забыл, как оно называется. Лунное затмение, наверное, или как? А, просто затмение. А которое солнечное, как называется? Я не помню. Лунный. Бля, я не помню, как называется. Бля, я не успокоюсь. Может, все-таки надо, можно где-то рагу вернуть? Вот, сука. Ладно, затмение, проверю. Бля, ну вот цвета все есть. Хули ты не работаешь, падла. Блин, наверное, ярость. Так, Нашел ну, ходить. если это затмение. А, лунное затмение. Кто-нибудь Киберпанк проходил? Да. Ты уже проходил, когда выпустили этот Да. призрачная эта хуйня. Я Да. проходил ее со стрёмной вот этой Самый озвучкой, последний. которая машинная, вот этот перевод. Я там себе еще и модов ставил всяких разных. Этот, блядь. Компьютерщика ебаного, чтобы поудобнее им было играть. И так там пару приколов. Хакера, блядь. Этого скрипты, Нет, да, вот это как все. он называется? Нетранер, нетранер, Да-да-да. во, блядь. Я тоже любил через скрипты хуярить. Сначала ему даешь оглушение, потом, блядь, это... син, как это там, взрыв мозга, блядь. Еще одно, еще раз, и никто тебя даже не палит. Потом, правда, в одном патче порезали после звукового шока, типа, тебя все равно палили. Там можно было, типа, комбу делать с этим, с титроником, волноводом, я даже помню. Типа оглушение, дамаг, ну, любой спел там, либо взрыв гран, ну, что угодно, и тебя, типа, обнаружение не идет, понял? Помнишь эту хуйню? Да вообще, ну так кайфово играть было. Я прям прошел Там самое, нормально. что неудобно было, я сначала играл, там, типа, наборы нельзя было делать. Надо потом, как нашел этот аддон, там, типа, можно было наборы сохранять под разные ситуации. И меняешь их прямо во время боя просто бинтами. Ну и также сами спеллы биндами нажимаешь, а не мышкой, блядь. А что ты кого там спасал? За Сойку или за Рида был? Ну, я за Сойку сначала прошел. Я тоже За Рида помню. я потом просто на YouTube посмотрел прохождение. Я что-то, по-моему, сначала против ее был. И там вот это в подземелье, Я вот это вот. сначала вообще пытался на секретную концовку с этим пройти. С Нео, блядь. А, с этим. Так он, сука, Джонни, нахуй. Да. Сильверхенд. Вот. Вот смотри, мне вот эту хуйню надо отслеживать. Значит, периодический урон роя насекомых наделяет вас яростью и зеры. Или нахуй, может, ее не надо отслеживать. Как бью, Ты так и будешь бью. нажимать рой насекомых и все. Да, то есть сам рой и лунный огонь надо отслеживать, и все. Типа оно там 10 стаков накопится, и все. А этого 15 стаков. То нахуя их отслеживать? А, вот я вспомнил, что мне еще надо. Мне надо вписывать в обилке звездную вот эту хуйню. Так, и еще надо мертвеца своего вытащить. Нет, там у меня расовый мертвец вот этот. Тоже его вписывать, походу, надо. Или нет? Вот так его поставлю. Каннибализм, блядь. Я буду каннибалить. Воля еще отрекшихся. Так, 2.23. Попробовал на другую версию Вуду поставить, блядь. Писец.
Так, как я инер кидаю, блядь. На какую у меня кнопку, блядь? Ни на какую, нихуя себе. 2.17. Может, реально старым будет рабочим. Я же надеюсь, у меня настройки не слетят, если я сейчас просто заменю. По идее, не должно. Как снять тебе проклятие? Не, в пизду, на всякий случай скопирую вот эту папку. Еще раз. Так, значит, нужно прописать, значит, гнев. Допустим. Так, и туда добавим, значит, звездная вспышка. Я думаю, во все не обязательно я штыкаю, что в гнев да в звездную пропишу, да и все. Тебе видней. Сейчас посмотрим. Касание, вот не знаю, блять, оно ГКД имеет, нет, интересно. Мгновенное вроде. У звездный. Тоже мгновенное. Должно быть без ГКД, хуй знает. Да не должно, но вешать. Хотя, может, и будет вешать. А касание в этот пропишу. У звездный. Касание проклятого. Так, допустим, попробуем сейчас побить. А, как-то там ротацию вообще. Лапка, нахуй, потом звездный огонь, потом. Тип в этом гайде писал. Только нахуя звездный сначала, хуй знает. Там от талантов у тебя идет меткость. Так, ну лапка точно первая. Ладно, лапку, наверное, кинария кину. Потом дотки, потом начну обычную ротацию. Ну, в принципе, нормально. Ну, если ты лапку первую кидаешь, то забей туда этот самый мгновенку. Да, в лапку можно. В принципе, еще. В звездный можешь прописать мгновенно, я читаю. Ой, в гнев только эту вспышку прописал. В звездный точно, наверное, надо прописать. Вот будет она конфликтовать с этим, с касанием проклятого или нет, мне интересно. Да, надо добавлять сюда, блядь. Ну, допустим. Так, в лапку. Это, в принципе, хуй знает. Две основные, ты которые ты кажешь, гнев да звездные. Пускай будут тут. Хотя можно было бы, да. В принципе, проки там как раз будут к кастам уже, так что.
Ну так нормально будет. Во, одновременно вешается, нормально. Звездопад. ДПС хуйня, конечно. Полная поебень. Вот она не прожимается, видишь? Звездная вспышка. Почему-то она конфликтует, видать, с касанием. Значит, его надо вручную тыкать, а эту звездную оставить. А с пула оно прожалось. Ну, я когда кастовал, то есть каз за кастом шел. Касание в КД. Вот. А звездная, она тыкается, но не в КД не уходит, то есть не прожимается. Все, просто касание удалю. И ставлю звездную. Чтобы она всегда прожималась. И оно тут, кстати, вторым по очереди. Ну, не знаю, что это дает. Есть, в принципе, макросы, которые... Там прописываешь, что если в КД, оно другой нажимает скилл. Наверное, должны быть такие. У тебя же расовые мгновенные тоже. То есть без ГКД. Ну да. Вот, блять. Конфликтовать интересно. Ну не знаю. Я это замечаю как бы не первый раз, что... Как-то так странно. Так, ну давай еще разок. Так, давай таймер включу. Блять, Рой не повешал. Ну вот, даже сейчас там не прописано, но звезду не прожимает. Ну почему? Может, оно только в гнев прожимает? Пойми. Даже в гнев не прожимает. Почему, блять? Вот так прожал. Вручную, ну. Сука, хуй. Еще глянем. Вот каст за кастом идет, он не тыкает. Он ее тыкает, когда он прожал какой-то другой скилл, ну вот, например, дотку повешал. Вот, дотку повешал. И до того, как ГД откатилось на гнев, вот я следующий гнев нажимаю и тыкаю, и тогда он его вешает. Вот эту звездную вспышку, блядь. Блядь, хуй знает. Может, ее надо прописать в эти... Покажи мне эти макросы. Гнев и звездный огонь. Ну вот, обычный каст. А у меня как? А у меня впереди звездная вспышка, потом гнев. Mm-hmm. Поменяй местами. Да, попробую. И динозавр, конечно. Че не через шифты? Звездный. Так. Ебать, что происходит? Так, ну давай. Короче, везде псуй на передний.
план. Угу. Да, ну так прожимается, да, так у него, видать, приоритет какой-то есть. Я даже когда дотки ты нажимаешь, вот этот вот рой там и прочее, у тебя почему-то тоже она не срабатывает. А я на дотки не писал еще. А, не писал. Ну правда, у меня на самом деле, у меня вот лунный огонь и рой, они в макросе написаны в первую очередь. Ну так как это мгновенки, то есть у меня, естественно, там разницы нет. Он все просчитывает, все юзает. Я думаю, хватит, что они в двух этих записаны. Это же самое главное, что ты чаще всего жмешь. Нахуя гневка станула. Так. Невкинария. Он 17. Это сейчас звездопад. Не в кинаре. Нет, дотку. Надо было дождаться. Так. Расовую. Расовую можно вручную потыкать, или нет. Под кинарей, говорит, нужно ловить проки. То есть, ну. Поэтому, когда пуляешь, юзай его под, после. А, то есть, когда СПД все прокнуло, надо кинарий кастовать, да? Мне, да, в кинарии. Да, да. Так, ну что я там, до 18... Что это? 18 тысяч разогнался, пока держу 18. Огни в кинаре обновить. Ну, вреди побольше будет, наверное, там. Двадцатка, может, будет. Шмот точно надо менять. Заебись, мана вообще, кстати, не садится. Ну что, ты 17 держишь, получается, я 18. Еще больше тебя даю, что ли? Надо посох делать легендарный на собой.
Так, я 19 уже добрался. 19 100, ну это сейчас звездопад пока. Ну так, когда стоишь на месте, вообще охуенно, конечно, дамажить. Вон, за нами Азулис подглядывает. Походу. Где? Где сзади себя стоит. Сзади тебя. А. Скажет, нам не нужен такой рейдер, блядь. Что за дно, блядь. Просто тренировка двух сов, нахуй. Смотри, синхронно. Летели эти шарики, знаешь. А, ты быстрее меня кастнешь. Ну да, чуть хасты, наверное. Не, там что-то вешал, дотки какие-то. У меня это... О! Пошел это, звездный. Не, ну смотри, 19700 уже. Может, до двадцатки догоню так. Потихоньку ротация выравнивается. Я сдаюсь, короче. Держи молнию. Сейчас еще кинарий обновить. У меня 9500, 19500 стало. Мне показывают, у тебя 18500, а у меня 19600 сейчас. А что ты одет как? Как best. Я так же? Best of the best. Best of the best of the... У тебя хоть камни охуенные. Триня, ну триня, да, как и у меня почти. Только вот это, наверное, секстан получше, чем моя чешка будет. Хотя я не разбираюсь. Бля, ну у тебя камни получше. Ну я бы в твоей сейве побольше дал тогда. У тебя же 4-5 тоже, да? У меня 4300 СПД, 57 крита и хосты 838. Так, СПД 4356. Ебать, у меня меткости 487, нахуй. Ебануться, нахуй. Нихуя. Четкий парень. Это пиздец. У меня как-то, знаешь, слышь, я Коноба вспомнил. Я играл на Локи, и у меня, короче, тоже там шмоток с меткостью. Все было, кольцо, шея, нахуй. Там дамские наручи, нахуй. Все, блядь, чтоб целка было, нахуй. И, короче, я на демоне такой... Ну... Я помню такого мага на циркуле, блядь. И Коноб, знаешь, что говорит? Коноб такой осматривает мою лок и говорит, ебать, воет, нахуй, у тебя не дохуя меткости, говорит. Я, ты, говорит, самый меткий лок, которого я видел, блядь. Ну да, он даже спиной косты может начинать, нахуй. Это пиздец. Который только лицом дается. Через себя, ебать, так хуярит. А было такое, если типа можно было на этом, на йоге-то, если длинный каст какой, отворачиваешься там на этот, а этот, поддерживаемый, который на шипешнике, пытка, допустим, можно было в такт отвернуться, пытку нажать, отвернуться и стоять, и она кастуется, заебись. На локе так же, сука, no. Сейчас чихну, блядь, ой, что-то не чихнул. Что еще делать, блядь? Эрдру я шмоты удалил, блядь. Ну как удалил, я, по-моему, продал там все нахуй. Т4 там было, я удалил. Продал или удалил. Да в банке все забито было говном каким-то. 260-м шмотом, 240-м каким-то на Миш. Это на кота, блядь, что-то я собирал там. Думаю, нахуй, блядь. Либо хоть это, Мишку бы собрать. До Сау. Не, ну вот этот квест финишная прямая, это вообще бис. Это я чисто сделаю и получу. Кристалл у меня этот есть. Вот 294-я сова. О, ё-моё. Это Азулис. Хуярит тут стоит.
Чисто смотрю, втыкаю. Так, что у него тут? Брюлик, короче. Посчитаем брюлики вначале. Чтоб, короче, говорить, скиллован он или нет. Так, два брюлика. Так, три брюлика. Четыре. Пять. Пять брюликов, представляешь? Камни на дух какие-то жесткие. Вон запа наведи там. Запа. Что написано? А, ну вон, СПД от духа. Да, 75% от духа. Слышь, что, Войт, открой на секунду настройки Вуду. Так, настройки Вуду. Так, какую вкладку? Индикаторы вон справа выбери. Так, справа индикаторы. Вот у меня почему-то эта хуйня не работает. Полоска угрозы. Так, ну угроза сверху. У меня вообще не отображается ничего вот этой хуйни. Почему-то. Прикольно, блядь. Я не помню, откуда я качал, откуда-то, блядь, с первого попавшегося сайта, блядь. Погоди, какая у тебя версия? А, у тебя 2.22 тоже. Такая же, как 2, у тебя? 2, у меня 2.23. Ну, я сейчас находил 2.22. По ходу дела надо полностью сносить папку, там, по ходу дела, что-то забаговый. Пойду, отойду пока. Что там Масуми пишет? Дренеечку под хвостик поняшить на РТ, говорит, хочется. Дебил. Так, а что это? Т6 голова и... А, да, вот поручи. Так, это 4Т5 должно быть. Меткости мне, конечно, жесть. Блять, что за хуйня? Уж даже настройки вынул, все равно не работает эта кнопка. Тупо белый экран там, блять, что за хуйня? Че, че мутите? Да ничего. Что, ты замутил что-то в Вуду? Да, я нашел эту хуйню, блядь. Как включить. Знаешь, короче, куда? Давай. Если тебе надо. Это самое. Индикация также туда. Ага. И там, видишь, полоска маны написана в правом столбце. Так,
Полоска угрозы, маны. И что там править? Ну, открываешь эту выпадающую менюшку под полоской маны. И жмешь, она получается пятая сверху, все виды энергии. Так, пятая сверху. Ну, у меня пятая сверху. Все виды энергии там написано. Не, у меня нету. А, вот, ну, вот ты все виды у меня выше, чем у меня, которая стоит. Вот все виды написано. Что, поставить ее? Ну да, все виды энергии ставишь, у тебя будет и рага, и руны все отображаться буду. Ну, заебись. Ну-ка, в медведя. О, в кота есть полоска. В медведя есть полоска. Бля, заебись. Я себе. Как говорится, век живи, век учись. Ну да. А у меня, понял, я тут ставил этот лорд Тилуи, типа вот это темное все делает. И, сука, из-за него багалось, из-за этой меню не было видно. Я прям что-то догадался сразу, то, что из-за него. Так, а самое, значит... Наверное, и ПГП надо мне скачать.